Благодарю, Господи, Сергей Борисович, профессорская, преподавательская корпорация, студенты, все сегодняшний день участвующие в этом торжественном мероприятии. История человечества свидетельствует о том, что оно неумолимо летит вперед. И в последнее наше время мы можем сказать, что неимоверно ускоряется научно-технический прогресс. А кто его делает? Технари. Вот те, то есть вы, кто находитесь сегодня в этом зале, преподаватели, студенты. И хотя ваш ум заточен на то, чтобы рассчитывать сложнейшие формулы, рассчитывать материалы, придумывать новые, изобретать новые машины, в вашем сердце все равно бьется сердце. Неужели мы можем описать понятие любви, дружбы, взаимопонимания с помощью каких-то формул? Ничто это не сможет описать, а сердце может об этом рассказать. И мне бы хотелось пожелать всем вам, ребята, студенты, преподаватели, наши воспитатели, вот чтоб ваше сердце всегда четко и ясно билось и никогда не болело. С праздником всех вас!